Всем добрый вечер. Совершенно случайное спонтанное видео. Гуляя по вечернему Яффу, можно попасть на винную вечеринку. Вино и искусство. Пожалуйста, заходите. Это выставка под патронажем Амуты, которая занимается продвижением искусства среди людей с определенными, на иврите это называется, с определенными физическими нуждами. Я не знаю, как правильно это перевести. В общем, люди с различными физическими недостатками. В Израиле практически никогда аутистов не называют аутистами. Их называют люди с определенными потребностями. Различные организации всегда участвуют в подобных выставках и вообще в жизни аутистов. Для того, чтобы эти люди почувствовали себя частью общества. И израильтяне, собственно, всегда так и говорят. Эти люди – часть нас. Просто люди, которым нужны определенные условия. Аутистов в Израиле можно встретить на различных работах. И я знаю, даже есть проект «Армия обороны Израиля» привлекает аутистов для работы, слежения за радарами, там, где нужна сильная концентрация. Как оказалось, эти люди обладают очень сильной концентрацией и могут видеть то, что обычный человек, скажем так, не всегда может разглядеть. Честно скажу, я в восторге от выставки, потому что, ну, если бы мне не сказали, что это выставка людей с такими проблемами, я бы никогда не понял. У некоторых такое владение цветом, такое чувство цвета обалденное.
что любую из этих работ я с удовольствием бы купил и повесил бы у себя дома. Если после трудного рабочего дня или утомительных прогулок вы захотите хорошо провести время, то вечером не стоит идти в фэнси-рестораны, а нужно просто прийти в старый Яффо. На его старых улочках вы найдете балканскую кухню, греческую кухню, арабскую, еврейскую, кухни всех стран мира. Послушайте классную музыку и отлично проведете время в компании веселых людей. Всем пока! Увидимся в следующих видео. Бай-бай!